В Москве в честь праздника Рождества Богородицы открыли часовню. Ее возвели в сквере рядом с музеем имени Андрея Рублева в рекордный срок, всего за 20 дней. Уникальность часовни в ее главной святыне – мозаике «Святая Троица» руки итальянского мастера Марио Антонуччи. Это точная копия знаменитой иконы Андрея Рублева, хранящейся в Третьяковке. Проект часовни разработал архитектор и художник Данилова монастыря Евгений Катушев. Проект осуществили на пожертвования прихожан и средства благотворителей. В музее Андрея Рублева построили часовню. Ее светили в день Рождества Богородицы. Идея строительства принадлежит Фонду содействия сохранения культурного, исторического и духовного наследия имени преподобного Андрея Рублева. Конструкция представляет собой небольшое сооружение высотой чуть больше 6 метров. В центре икона Святой Троицы. Ее автор – итальянский мастер Марио Антонуччи. Мозаика создана по древней флорентийской технологии и соответствует размерам подлинника знаменитого образа Святой Троицы Рублева. Ведь речь идет о том, чтобы воссоздать свою русскую культуру, прежде всего. И те памятники, которые у нас остались, они великие. И Андрей Рублев великий. И мы должны, мне кажется, сейчас все усилия бросить на восстановление фресок как в Звенигороде, так и в других местах. И помочь этому великому начинанию фонда Рублева. Которая состоялась сегодня в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в сквере у Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Рублева. Мозаичное полотно создал выдающийся итальянский художник Марио Антонуччи по древней флорентийской технологии из драгоценных и полудрагоценных камней с элементами золочения. По своим размерам мозаика соответствует знаменитой иконе Андрея Рублева. Проект этой ротонды часовни разработал архитектор и художник Евгений Катышев в память об Андрее Рублеве. Вверху барельефы с изображениями самого иконописца и святого Сергия Радонежского, в честь которого, по легенде, и была написана Троица. Часовню из мрамора и современных материалов по уникальной технологии возвели в рекордно короткие сроки, всего за 20 дней. Стилистически она перекликается с храмом Спаса Андроникова монастыря. Торжественное открытие новой часовни. Внутри изображена копия знаменитой иконы Андрея Рублева «Святая Троица». Мероприятие приурочили к особому дню православного календаря – дню рождения Богородицы. Директор фонда Андрея Рублева передал представителям столичной мэрии золотые ключи, как символ часовни. Отдадим. Господи, не старайтесь нести. Архитекторы называют свое произведение восьмым чудом света, ведь построили часовню за невообразимо короткий срок – 20 дней. Правда, трудилось над ней рекордное количество человек – более 3000. Сегодня прошло и освящение часовни. Теперь каждый желающий может в ней побывать. Церковные служители уверены – это особенное место, имеющее целебный эффект.